премия администрации Уссурийского городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности, которая рассчитана на молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Данная премия составляет 10 тысяч рублей и выдается один раз в год. Она назначается по 4 номинациям. За высокие достижения в области образования. Есть премия в номинации «Культура и искусство». Это за победы в различных конкурсах. Есть номинация за высокие достижения в области спорта. И еще одна номинация за высокие достижения в области общественной деятельности. Ребята, которые претендуют на получение премии, должны быть победителями мероприятий минимум краевого уровня. Право выдвигать кандидатов имеют учреждения профессионального образования, то есть это наши вузы, СУЗы и учреждения начального профессионального образования. Также могут выдвигать общеобразовательные школы, школы искусств, учреждения дополнительного образования детей, спортивные федерации, общественные организации. И, конечно же, мы оставляем свое право сами тоже выдвигать ребят обязательно. Кандидат на получение премии предоставляет ведомость успеваемости за истекший период. То есть обязательно он должен иметь четверки и пятерки. С 2006 года указом президента введено такое понятие, как премия президента талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет. Лауреатами этой премии может стать молодежь, которая становится победителями и призерами международных, межрегиональных, всероссийских мероприятий. И если это победители всероссийского уровня, им назначается премия в 60 тысяч рублей. Она выплачивается единовременно, переводится на личные счета победителей. То есть налично она не выплачивается. Это что касаемо первого места. Призеры всероссийского уровня получают премию в размере 30 тысяч рублей. Призы и победы эти не остаются незамеченными, и награда все равно найдет своего победителя.